В этом видео я хочу рассказать о ковидных выплатах, которые мы получили за 2 года ковида, что просуществовали на территории США. Первый год нам выплатили 2 или 3 раза, выплаты сделали, составило $3300 за год. И параллельно выплачивали по $300 на питание. Это есть такая карта банковская, food stamp называется по-английски, которой пользуются люди в магазинах, можно в кафе пользоваться этой картой. И каждый месяц нам, плюс ко всему, 2 года зачисляли каждый месяц по $300. Вот считайте, какая сумма получилась. Недавно отменили ковид, ну и выплаты отменили $300 ежемесячные. В общем, так.